«Столица в лицах». Сегодня жителям Чебоксар вручили государственные награды за особые заслуги. А героев дня – сюжет Дмитрия Ковалева. Она и Настасья Филипповна из спектакля «Идиот» и «Пруденция» из постановки «Дом Бернарды Альбы». Более 30 лет на сцене. За это время Валентина Ситова сыграла огромное количество ролей. Звание заслуженного артиста России присвоено ей по праву. Самая любимая ваша роль? Самая любимая? Наверное, давно отыграны. Пенчители, жиды, лизу. Конечно, все для меня театр. Михаил Кондратьев на протяжении многих лет изучает основы искусства и национальной культуры. На счету академика сотни публикаций и десятки научных пособий. Труд достойный медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ о присуждении награды подписан президентом. Очень глубоко чувствую, насколько важна наша деятельность, наша сфера. У нас, в Чувашии, все-таки в течение 20 века очень много сделано и продолжает делаться для не только социальной сферы, но и для гуманитарной сферы. Медалью ордена за заслуги перед республикой наградили врача-хирурга Геннадия Арсютова. В его династии все профессионалы. Поддержать отца в дом правительства пришел и сын, главный офтальмолог региона. А та награда сегодня еще вдохновляет тем, что вдохновляет, что работа любого доктора – это, наверное, высокий пилотаж. Это то, что на самом деле с момента рождения до конца человеческой жизни ты отдаешь все то, что ты знаешь, что ты умеешь. Ставший заслуженным работником промышленности республики Владимир Нюрнберг адресовал слова благодарности за высокую награду своему коллективу. С тем, с кем мы работаем сегодня, это наша дружная команда. Ориентируемся на самые лучшие мировые технологии и мировые материалы. Значит, сегодня мы практически этого добились, достигли, значит, имеем очень хороший потенциал. В числе награжденных – врачи, учителя, строители, работники предприятий. Председатель правительства республики отметил, что благодаря трудолюбию горожан чебоксары поступательно двигаются вперед. Вы вкладываете в любимое дело не только труд, знания и опыт, но и частичку своей души, поэтому у вас многое получается. К своему 550-летию чебоксары значительно похорошели, преобразились, как будто помолодели. Сегодня Чебоксары – это гордость нашей республики, мощный индустриальный центр, один из самых благоустроенных городов России. Непростая задача фотографов – сделать групповой снимок героев дня. В одном кадре более 40 человек, заслуживших высокие награды. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.